Любители летающего мяча зимой вновь встретились в Сестрорецке. С песнями, танцами и полевой кухней в нашем городе состоялся уже традиционный рождественский турнир по волейболу на снегу. «Валей Крисмас» собирает профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха уже 13-й год подряд. Последние несколько лет турнир проходит здесь, на пляже Северный. Событие, ставшее одной из визитных карточек новогодних гуляний в курортном районе, как всегда отметили ярко и задорно. Турнир состоялся при активной поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, администрации курортного района и Северо-Западной волейбольной ассоциации. 2018 год знаменателен на многие события, это Олимпийский год, поэтому начинать его с пляжного волейбола – это очень символично. Желаю вам всем здоровья, спортивных успехов. И главное провести этот спортивный год так, как вы его сегодня начали. Удачи! Самое главное, желаю всем участникам победы, пройти турнир, не получив травмы, чтобы любовь к волейболу продолжалась за счет именно ваших выступлений на этих площадках. По традиции в турнире принимают участие профессионалы, любители, юниоры. И примечательно то, что в 2016 году Европейской волейбольной конфедерации, Министерством спорта Российской Федерации официально волейбол на снегу признан. И участие в номинации профессионалы станет отборочным на чемпионат Европы по волейболу на снегу. И пусть победит сильнейший. Турнир планировалось устраивать параллельно для любителей и профессионалов. Однако погодные условия внесли свои коррективы в программу мероприятия. К сожалению, основные матчи пришлось перенести в Зеленогорск на горнолыжный курорт Пухтелова гора. Победители, определившиеся сегодня, будут участвовать в чемпионате Европы, который впервые состоится в этом году. Волейбол на снегу в Сестрорецке проходит уже не первый год. Каждый раз это событие собирает большое количество как профессионалов, так и любителей со всего Петербурга. И даже капризы природы не могут помешать состояться состязанию. К примеру, в позапрошлом году температура воздуха в день турнира опустилась до минус 25 градусов. И в этот раз турнир также был под большим вопросом. Однако столбик термометра опустился ниже нуля, и долгожданный снег хоть немного, но наконец выпал, оправдав название мероприятия. Даже без официальных матчей мероприятие в Сестрорецке собрало много поклонников такой напряженной, азартной и веселой игры, как волейбол на снегу. Кроме бесчисленного количества интересных спортивных встреч, где участвовали все от мала до велика, пришедших на состязание угощали вкусным обедом полевой кухни. Великолепный турнир. Всех с Новым годом, с Рождеством, всех спортивного долголетия, счастья, здоровья. Даже нам удалось поиграть. Игра была тяжелая, выиграли мы 2-1, получили удовольствие. Футбол «Аврора» оказались достойным противником. Да, соперниками.